Всем привет! Вы смотрите канал TechUnion, и сегодня мы с вами поговорим про бесплатный переход под названием Twitch Transition. Давайте начинать, погнали! Итак, здесь мы его добавляем в корзину, переходим в саму корзину, и далее нам нужно по бырику все здесь заполнить для того, чтобы нам пришла ссылка на загрузку данного плагина. Всю информацию мы заполнили и ждем теперь сообщения на нашу электронную почту. Видим вот zip-файл, мы его просто-напросто скачиваем. После того, как мы скачали zip, видим, здесь есть несколько папок. Это 02, 06, 17 и 24. Это у нас с вами все переходы, и везде мы можем посмотреть, как все это будет выглядеть. То есть они разные. Поэтому мы просто-напросто копируем все эти 4 папки, переходим во вкладку «Фильмы», далее «Motion Templates» и «Transition». Здесь можем создать папку «Twitch» и нажать Command-V, то есть вставить сюда все эти плагины. После чего возвращаемся в Final Cut Pro, и здесь мы уже можем что-то настраивать, проверять и так далее. Давайте я найду какой-нибудь видеоролик. Ну вот, например, мы вот на заказ снимали видео, давайте возьмем его, где-то вот здесь я отрежу. И у нас получается с вами пока что вот такой переход. Ну а теперь мы с вами открываем вкладку с переходами. Здесь находим то, что мы с вами создали от Twitch. И здесь у нас имеются эти 4 перехода. Можем немножко таймлинию вверх поднять. И теперь давайте попробуем. Накинем вот этот второй переход сюда. Но уже выглядит поинтереснее. Что касается настроек этого перехода, мы здесь видим, если мы сейчас перейдем где-то на середину, то вот мы видим in можно регулировать, slide amount и out slide amount, то есть насколько сильно все это трясется. Также можем настраивать RGB-шку, насколько сильно она будет, и blur, размытие также можем настраивать. Давайте посмотрим все плагины, то есть это был один. Теперь смотрим второй. И они очень сильно могут разнообразить ваши видео, например, там, если вы автообзоры снимаете, будет очень прикольно смотреться. Такой есть переход. И еще один, давайте посмотрим. Ну, вот этот такой самый простой. В общем, ссылку на эту всю историю я оставил в описании под этим видео. Ну и там сможете скачать это, как вы видели, совершенно бесплатно. Ну а если у вас остаются вопросы по Final Cut Pro 10, вы обязательно задавайте их в комментариях, чтобы были темы для уроков по монтажу. Ну а с вами был Данила Кулеша, канал TechUnion. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.